Друзья, всем привет! В нашем автосалоне RDM Import пополнение. Эта машина пришла к нам на продажу. Honda CR-V 2008 года в самой максимальной комплектации. Автомобиль 2008 года, как я уже сказал, эксплуатируется тоже с 2008. ПТС у него оригинальный, машина ездила в Москве, за все время был только один владелец. Что касается технических характеристик, так как это максималка, то мотор здесь 2.4, он, конечно же, бензиновый, коробка автоматическая и полный привод. Если брать во внимание какие-то дефекты по кузову, да, в целом все хорошо, но на капоте есть скол на краске, скол не маленький, но он точечно закрашен, поэтому он не бросается в глаза. А во всем остальном все здорово, стекла здесь абсолютно все оригинальные. Салон нашей CR-V выполнен в коже, кожа бежевая, данный вариант встречается немного реже, нежели черная кожа. Выглядит все достойно, конечно же, машина не новая, но тем не менее. Из нареканий к салону есть небольшая потертость на ткани в ногах у задних пассажиров, похоже, там ездили дети. Так как комплектация максимальная, есть абсолютно все, но предыдущий владелец дополнил машину противоугонным штырем в коробку. Кстати, чуть не забыл, резина на данном автомобиле установлена зимняя Nokian Hakkapeliitta, размер стандартный для CR-V 225 на 60 на 18, диски стоят, кстати, оригинальные, литые. Ну а что касается задней части нашего салона, диван сохранился вообще здорово, он практически как новый, кожа крепкая, ну и как всегда здесь много места, удобно, подушки безопасности. Автомобиль прошел полную юридическую проверку, на это мы даем 100% гарантию. Также в ближайшее время эта машина пройдет полную техническую диагностику, так как на все наши подержанные автомобили, в том числе и на эту машину, мы даем гарантию 1 месяц техническую. Любой наш автомобиль вы можете приобрести в кредит, либо вы можете воспользоваться услугой Trade-in. Помимо этой Honda CR-V у нас есть автомобили такие же с 2-литровым мотором в черном цвете, в серебристом цвете. И 2.4 есть также в черном цвете и, по-моему, также еще и в серебристом. Цены и наличие всегда меняются, машина очень популярная, ликвидная, поэтому обязательно звоните нашим менеджерам в автосалон. Номер телефона будет указан на вашем экране. Либо заходите на наш официальный сайт, там представлены абсолютно все машины, которые есть у нас в наличии. Также не забывайте подписываться на наш канал, проект «Первый видеоавторынок», там очень много интересного. С вами был Ян Симаков, всем пока!